Всем привет! Сегодня хочу подвести итоги слияния, так как оно уже произошло сегодня утром, времени не было раньше. В принципе, я думаю, что все равно времени немного прошло. Для начала, баг, о котором я говорил, о количестве персонажей на аккаунте при помощи слияния. На данном аккаунте у меня получилось сделать 18 персонажей, причем баг работал даже если персонажей прокачивать менее 50 уровня. Так как я вот здесь четверых не успел докачать, но они тоже перенеслись. В принципе, получилось создать новый аккаунт, 18 персонажей специально для видео. В принципе, сейчас зайдем, посмотрим, что у нас по слиянию, по рейтингам получилось после. Я думаю, что один из топовых серверов сейчас это первый, так как здесь очень много всяких ребят таких мощных собралось. Так, посмотрим, что у нас здесь с рейтингом PvP. Вот, в принципе, первая десятка, да. Дальше, что у нас по мощи. Также смотрим первую десятку. Остальных не буду показывать, не вижу смысла, но также видно, что вот эти вот топчики, конечно, много. То... по левелу, по героям, ну в принципе по героям такое не особо, но такое, да, по коням и по богиням. Так, в принципе, это получается у нас на данный момент первый сервер, с 1 по 22 их соединили. Вот. Здесь много персонажей с топа, с ближайших, да, в принципе, вот как-то так, баг работает, всех посоединяли, в принципе, все нормально, но самое интересное то, что можно было, обидно, конечно, можно было персонажей не прокачивать до 45-го, и достаточно было просто создать персонажа хотя бы левел там 2-3, я не знаю. Просто свежий персонаж, на которых вы только заходили. Это вот сам анонс слияния, да. Это вот награда, где анонс слияния. Вот. А здесь вот написано то, что персонаж, на который не заходили больше месяца, ниже 60-го, не VIP и не глава альянса, их пооставляют. То есть, в принципе, хоть что-то одно из этого должно было быть для того, чтобы все равно остался персонаж. То есть, если вы заходили на него в течение месяца, то персонажи останутся и не сгорят. В принципе, там куча всякой информации не нужна. В общем, это все. Основное, то, что я хотел, это по багу. Все работает. Всем спасибо, всем пока. Подписывайтесь, ставьте лайки.